Рак прямой кишки, отказали в операции за инвазии мезоректальной фасции, назначили химию. У вас возможна такая операция. Надо смотреть более детально. В целом, да, бывают ситуации, когда мы не проводим химиотерапию, если такая инвазия не сильно выражена, она какая-то точечная, и в целом сама опухоль не представляет из себя какой-то очень большой массив. Надо смотреть более детально. Вы пришлите, пожалуйста, все обследования в директ. Мы посмотрим, и я тоже буду смотреть, что можно сделать и насколько целесообразно проведение химиотерапии перед операцией. Проведение химии для того, чтобы уменьшить опухоль и сделать операцию более радикально, она, с одной стороны, как бы такая очень хорошая цель, и благая цель, да, которая помогает сделать лечение более радикальным. Но не всегда наши намерения, они приводят к тем результатам, которые мы ожидаем. К сожалению, тоже вот и в практике нашей клиники есть часть пациентов, которые получали такую химиотерапию перед операцией, мы ожидали хорошего эффекта, то, что опухоль уменьшится, и операция станет более радикальной, а получили совершенно противоположный эффект. Опухоль не уменьшилась на фоне химиотерапии, вместо плановой хорошей операции пришлось делать экстренную операцию практически по жизненным показаниям и спасать жизнь пациента. Поэтому сейчас эта тактика, она пока не является стандартной, она скорее является такой экспериментальной, и очень зависит от того, насколько опухоль отреагирует на эту химиотерапию. А заранее предсказать, к сожалению, это пока невозможно. Эффект от химиотерапии в предоперационном периоде пока не доказан на первичную опухоль. Меня оперировала Инна Андреевна со своей командой. Хочу выразить вам огромную благодарность в очередной раз. Да, Альбина, спасибо большое. Я желаю вам скорейшего выздоровления, чтобы ваша жизнь была максимально полная, особенно с учетом того, что у вас уже маленький ребенок, которого необходимо поднимать. И я рада, что мы вас максимально быстро вернули к нормальной, хорошей жизни. Как часто делать эти клизмочки? Обычно 1-2 раз в день бывает достаточно.